Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и гости моего канала, с вами, как всегда, Видеотекарь. Продолжаем записывать ДВДшечку, очередная каточка, в этот раз палач. Палач — это мощь, это сила, это здоровье, это хороший геймплей, это позитивное отношение к жизни и позитивное отношение к сурвам, что не может не радовать, потому что палач — это палач. И это однозначно тот ман, которого стоит мейнить. Это однозначно актуальный ман, это однозначно ман сила. Естественно, при правильном геймплее. Опять же таки. Я видел. Блять. Ну ладно, палач благодаря тому, что он туннелер, он может все равно отыграться. Но это очень сложно. Ты гений просто. Да ёлки-палки, а? Как думаете, сколько генов за раз мне сейчас дадут? Я думаю, гена 3. Первый пошел. А где второй? Минимум 2 должно быть. Эта балеринка, естественно, само собой должна отлетать. Тут вопросов нет. Так, думают, раз я этого ударил, значит, там можно спасать. Ничего не пойму. А, естественно. Надо додрачивать до конца этот бедный генератор. Кемперить нельзя, туннелить нельзя. По очереди в каждого играть обязан. Проиграл, играть не умеешь. Выиграл, значит, против тебя актеры. Как же этот дрочь меня заебал. Надо добить. И никак иначе.
Встань, умник. Так, ты следующий. Вот именно палач, именно поэтому палач топовый ман. За него никогда не стоит опускать руки. За него надо всегда биться до конца. Это не какой-нибудь терпильный крик, крик Фредос или доктор. Твою мать. Я понял. Хорош. Так, все, второй повес. Отлично. Все, осторожим клетку. Наглядная катка, почему стоит мейнить палача. Я понял. Эх, ты смотри как, а? Рядом прошло. Просто гений. Ой, сливаемся мы. Мы обиделись. Обидолька. А что еще делать в современных реалиях ДБД? Вот объясните мне. Потеть вот это вот, стараться как-то играть в каждого по очереди, чтобы где там кое-как сделать минус 2, да? Люк ни разу не подсорва. Сейчас чех? Я не чех. Почему я вдруг чех? Всем спасибо. Чем пугать. Всем спасибо. Лайк, комментарий, подписка. С вами был Видеотекарь. Всем пока.